Всем привет! Сегодня пасмурный день, дождь идет. Слышите, как шумит за окном? Сейчас покажу. Смотрите, сеет и сеет весь день. Сейчас 4 часа, а такое впечатление, что уже вечер. А мне посылочка пришла, сейчас буду хвастаться. Я вам говорила, что в Турции не купила одеяло, потому что решила купить в России. И мне посылка пришла, я уже ее распаковала, сейчас буду показывать, что мне пришло. И котика буду показывать. Смотрите, я вам говорила, что заказала 2 одеялка, они еще в сумочках, я еще их не открывала и сама не видела. Будем вместе смотреть. 2 подушки, вот такие, как я люблю, 50 на 70. И 2 постельных комплекта из сатина. Сатин. 2 постельных комплекта полностью, но там наволочки 70 на 70. Поэтому я заказала еще 4 наволочки 50 на 70. Вот это прям компаньоны будут хорошим. Немножко светлее, чем комплект, но все равно, я думаю, подойдут хорошо как компаньоны. Рисунок такой же. Все, сейчас распакую и будем все с вами смотреть. Мне не терпится посмотреть одеялки. Надеюсь, что они будут хорошими. Это я заказала в моем любимом Васильке. Я уже не раз там и одежду заказывала, и постельное, и вот в этот раз решила попробовать одеяло. Ну давайте будем смотреть одеялко. Оно из страйп сатина, видите, полосатое. Сатин полосатенький такой. На ощупь очень приятный. Посмотрите, как прострочено все. Шелковой ниткой вот такая строчка крупная, она стеганая. Так, девчонки, сейчас я вам прочитаю про него. Одеяло Мирослава страйп сатин. Цена 1474. 2 заказала. Да, в чемоданчиках упакованы вот так вот. Аккуратненько все. И на ощупь очень приятное. Оно тоненькое, простеганное. Прям вот хорошая одеялка. Видите полоски? Если вам видно, вот такие широкие полоски. Это сатиновая одеялка. Так, размер я заказала 140 на 205, одно себе, а одно дочери. У нас есть одеялки вот такого же размера, но я решила заказать новенькие. Очень мне захотелось. Ну и цена 1474 для сравнения с турецкими. Качество, ну никак не хуже, прямо вот очень приятное. Сделано аккуратненько. Углы вот так закругленные. Здесь этикеточка. Вот, 140 на 205. Они бывают меньше, бывают больше. Вот, 172 на 205 бывает. Но мне вот такой размер надо. Потому что у меня пододеяльники вот именно такого размера. Так. Дальше. Подушка. Подушку эвкалипт. Дивное дерево. Эвкалиптовые подушки. Это вы мне посоветовали. Мои зрительницы написали: Лена, обязательно закажи эвкалиптовые подушки. Будешь очень довольна. Ну и вот смотрите, какие они. Это тоже сатин. Но тут уже вот какая-то рисунок, как клеточка. Такой, как накат, что ли. Очень аккуратные. Сделано добротно. Вот, эвкалипт написано. Эвкалиптовое волокно внутри, наполнитель. Такие 2 подушечки заказала. Вот такие. Видите, клеточки на них? Такие блестящие. Стоят подушки 497 рублей. Вот 2 подушки 994 рубля. Наволочки заказала к подушкам. 4 штуки. 2 серенькие и 2 такого мятного цвета.
размером 50 на 70. В общем, две наволочки стоят 330 рублей. По 165 рублей одна наволочка. Это сатиновые, бязевые, естественно, там дешевле. Так, что еще? И два семейных комплекта заказала. Семейные. Семейные комплекты заказала. Вот наволочки. И семейные комплекты. Один фиолетовый. Лиза у меня любит сиренево-фиолетовый цвет, поэтому этот она точно заберет. И один мятного цвета заказала. Сейчас один распакую, посмотрим. Ну вот, распаковала я комплект постельного белья. Посмотрите, что я увидела. Оказывается, наволочки вот такие светленькие. Это 70 на 70. Они к маме поедут. У нее большие подушки, а я большие не люблю. Так, два пододеяльника. И посмотрите, пододеяльник, он с одной стороны яркий, а с другой стороны такой же бледненький, как наволочки. И простынка такая же бледная, как наволочки. Ну, посмотрите, как интересно придумали. Молодцы. Я довольна. Ну и вот этот комплект точно такой же. Наволочки. Наволочку 50 на 70 я тоже распаковала. Вот такая она узенькая. Ну, как раз на подушечку, на мою. Все, расцветка мне очень нравится. Такой серо-мятный цвет. Интересный, спокойный. Так, сколько стоит? А стоит семейный комплект, стоит 2790. Ну, тут в нем два пододеяльника. Два пододеяльника и огромная простынь. Наволочки большие поедут к маме, а вот эти маленькие я сама буду использовать, потому что у меня все подушечки такие. В общем, я довольна. Все качественное, все, ткань хорошая, прямо гладенькая такая, сатин. Не устаю благодарить вас, девчонки, за то, что мне посоветовали покупать сатин. Я приехала из Турции, не купила там никакое постельное, кроме наволочек и комплекта. Вот. И сразу заказала, зашла на сайт Василька и заказала сразу у них вот это постельное белье, подушки и одеялки. Буквально неделя, и это все у меня. Представляете? Я довольна. Спасибо моему любимому Васильку. Ссылку на магазин я оставлю. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео.